Братишка, если тебе нужен левел или игровая валюта в GTA Online, то тогда заходи в мою группу. Прямо сейчас у нас проходят скидки. И за небольшую сумму ты можешь стать настоящим мультимиллионером. Прокачиваем аккаунты на все платформы. Мы уже прокачали сотни аккаунтов, поэтому заходи и закупайся по полному. Ссылка на группу в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Донни, и сегодня у нас новенькая серия «Битва автоугонщиков» в GTA 5. Итак, друзья, сегодня мы вместе с Димкой Федоровым, с Юрычем из Funny Games будем прятать друг от друга по три автомобиля. Ну и давайте, друзья, полетим выбирать первое место. Итак, друзья, первую машину мы поставим в этих кустах. И давайте мы спросим у Алисы номер автомобиля. Назови число от 1 до 441. Число 231. И это у нас Aston Martin DB5. Первую тачку мы поставили в эти кусты и полетели выбирать второе место. Итак, вторую машину мы поставим вот здесь. Назови число от 1 до 500. Число 218. Это у нас Mercedes-Benz SL63 AMG. Вторую машину мы спрятали вот так, и ребята полетели выбирать третье место. И третью машину, ребята, я поставлю вот здесь, посмотрим, кто сможет ее найти. Назови число от 1 до 500. Число 240. Это у нас BMW 740i. Ну что, ребят, машинки готовы и полетели на место встречи. Ну что ж, ребята, с вами Юрыч, Funny Games, Донни, Димка Федоров. Это битва автоугонов. Тачки мы уже расставили, но, собственно, осталось запустить таймер и... Да-да-да. Так, ну что, ребята, вы сели в машину? Да, все сели? Да, у меня... Тогда время... Юрочек ко мне сел. Время пошло, парни, поехали. Все, время пошло. Окей. Да. А, 12 минут. До свидания. У меня сегодня впервые, короче, Алиса тачки расставляла, и вот я одну нашел, да? Парни, хочу вам сказать, что у меня в сумме тачки вышли на 2 миллиона баксов, чтобы вы поняли. У меня такое себе, у меня одна тачка дорогая, две вообще подставные, одна вообще там мне смешные деньги. Мне Алиса тоже зашкварные тачки спавнила почему-то. Так, а куда ехать? Так, где кто-то что прятал? Давайте калиться, ребят. А в первом городе есть тачки, пацаны? Не знаю. Всегда она есть. Что есть? Тачки. Ну, короче, ясно, ладно. Я понял, что... Я на пределе ищу. Как правило, у нас здесь пусто, поэтому я пойду дальше. Короче, прятали мы по три машины, ребята, это значит, что сразу нашел, забрал. Надеюсь, так, что я сегодня хоть что-то найду. Нашел и забрал, да. На самом деле машин-то всего получается у нас 12, а 4 человека, это на самом деле реально... Да-да, что-то у меня еще лютые пинги какие-то. Что-то немножко фризит немножко, да. А сколько можно набирать? 3, да, максимум? Да, максимум 3. Да, максимум 3. Блин, я уже думал, это тачка, это нифига не тачка. Ой, тут у копов какие тачки. Так, думал, сюда кто-нибудь поставит. А нет, это тачка, но только в другом месте. Че ты нашел? Да тут я такую прям цацку нашел. Че ты нашел-то? Купешный. Что у нас купешная была? Купешный цацку? Да, купешный, АМГшный. А, С63 АМГ? Нифига, а где ты его нашел? А, это мой. Я, короче, поехал в то место, где Юра спрятал тогда, помнишь, в этом, в луже. Решил прочекать именно это место. Блин, а я что-то туда не поехал, что-то я... Так, а куда мы тачки приставили? На побережье там, с другой стороны, который, помнишь? Да. Не, так, не помню. Там, да, блин, это там лоха. Ну я тут оставлю на всякий случай, вдруг это есть. Ну тут пускай будет. Ваня катается через здесь. А где нам еще тачку? Блин. Можно? Блин, не, на самом деле, да, начало тоже сложно, когда первый находишь уже, надо... Не, когда немножко расслабляешься, да? Уже, да, немножко булки расслабляются, да. Блин. Сжималось все. Что-то здесь нихера нет. А что так пусто вообще, пацаны? В первом городе говно, да, какое-то одно? Да. Не знаю. Бот. Ты вообще кстати, хоть что-нибудь нашел? Кстати, я помню еще. Так, что за тачка-то? А что если как вариант? Я сейчас понятно, ржавая. Сейчас мы прочекаем. Ты помнишь, что ты, если ты сел в тачку, ты уже издевался? Да. Да, это понятно. Короче, я поехал в другой город, наверное. Нифига здесь нету, что-то, да, я тоже поехал отсюда. Я могу тачку не брать, или можно, или надо брать? Надо брать. А что такое, что другой нашел? Если я, короче, нашел, и прям брать надо? Не, ну если ты, как бы, ты можешь, ты в нее, как бы, сел туда, уже нужно ехать. Я не сел, я тут оставлю, ну просто какой-то говёшный, на самом деле, не попалось. Так используй, как не знаю. Блин, мне бы хотя бы говёшное найти, чтобы было хоть что-то, слушай. На потом. Где машины, реально, вот что-то я так езжу, вообще ничего нет. Видимо, в другой город надо валить. Это очень интересно, на самом деле. Может быть. Блин, ребят, не, ну, кстати, первое, ладно, еще повезло, но тут я больше не вижу ничего такого. Так, надо прям все нычки смотреть. Ну да. А в кусты никто не прятал, надеюсь? Не, в кусты я не прятал, потому что это не очень хорошо. Я, как сказать, ну, ее видно. А, ну немножко, да, я тоже немножко в кустах, он там видно, да, одну всего так. Блин, фак, я выпал. Какашек от пан. Пунты вот эти. Они, кстати, есть. Пересесть надо было в другую тачку, я что-то об этом подумал. А что за баги тут на побережье, ничего себе.
Что? Баги на побережье? Баги на побережье. Мне кажется, это ботовская. Ну да. Какая разница, бот не бот, но блин. Но машина есть машина. Ребят, тем временем, короче, прошло у нас уже 3,5 минуты, вот, и как у вас успехи? Такое себе, ни хера. Ноль. Нормально, да, у меня тоже ноль, ребят, просто по нулям. Бублец. Просто зеро, да, просто зеро. Да-да-да, блин, это очень сложно, ребят. У меня глаза прям на пределе все. Еще просто такая тема, да, что кстати, как бы большинство мест уже заезженные, да, и то есть да, не да, знаешь, да, ехать да, туда или нет. Да, думаешь, нет смысла ехать. Да, есть такое, смысла. Потому что вроде как нычки-то вроде как, ну, хорошие нычки, да, но блин. Так, поехали так, в Гадюшник. А что это за дочка? А, нет, это Батовский. Блин, я хз, кстати, мы с тобой вместе ищем. Да блин, куда вы поставили? Кстати, найди Казахский коп. Димка, так, вообще а чили. Да, я вообще. Тут тоже нету. Какая бурная. Чё? Кто ещё понял? Чё Дима сказал? Какой ты бурный? Горный школьник хотел сказать. Не, хотел другое сказать. Горный школьник? Горный школьник, затроил чувака. Нормально. Блин, где тачки? Алло, пацаны. Парень, где вы их прятали? Скажите, пожалуйста. Number One нашёл, пацаны. Number One есть. Нашёл, короче, Кадиллак розовый. Твои нельзя угонять, правильно? Неплохо, это неплохо. Конечно, весело, это Лямов 6, если не ошибаюсь. Это не стоп, весело, что вы угораете? Стоп, не, подожди. Что? Подожди, сейчас. Какой теплички? Какая? Что, рядом летать, что ли? Да нет, вроде бы. А, не, я ошибся. Слава богу, Аргентина, Ямайка, коровки тут. Альпинист, хотя, с другой стороны, шоколад. Если бы ты не ошибся, я бы, наверное, забрал бы ту тачку, которую ты не ошибся. Да вы что, угораете? Пацаны, я, короче, не ошибся, там еще одна машина, но там ГАЗ-24, хотите, забирайте. Баксов 400 заработаете, блин, короче. Ты прикинь, я только что Донни увидел, как он отсюда выжил, думаю, сейчас тачку угоню, а почему за говно, а, ребят, вы что, прикалываетесь? Алиса, блин, чудесно. Блин, ну я, короче, заберу это, это не, С6 какая-то, наверное, я хз вообще. Или А6, скорее всего, это А6. А нормально, ну, типа, что там ГАЗ-24 кабриолет, это вообще как бы адекватно, нет? Это Сири, дурочка. Кстати, она нормально так-то палит. А я заберу ее, кстати. Я тебя понял. Хоть что-то будет. Ну да. Да. Время прошло, ни одной тачки. А сколько времени, кстати? Прошло 5,5 минут, как бы, почти половина. А, да, в принципе, время, что вы палитесь? Ну я, короче, везу Ауди. Чья Ауди была, кстати? У меня Ауди была. А, ну значит, твою я нашел. Она Ямаха как валит, да? Она, кстати, дорогая. Она очень валит. Не знаю, дорогая ли она или нет, но... Блин, так, ну я уже, в принципе, доволен, конечно, не то чтобы это прям супер, но это неплохо. Слышь, это неплохо. А там моя тачка стоит или я вообще не в то место привез? Кажется, не в то место ты привез. Потому что здесь ничего нет. А где? Вы так и не сказали это толком. Ну первый, который вот, посмотри по карте, где, короче, пирс, где, короче, кораблик нарисован по карте, видишь, сверху. Кстати, тут кто-то был уже? Понял, нет, Димон? Нет. А сверху вести надо? Да. А ты что, вниз уехал, что ли? Да. Я дебил. А чё они сразу? Аккуратнее, меня не снеси. Волжана не едет вообще. Я в своей красной кепке чилю вообще. Слушайте, там есть моя тачка, в которую я уже сел, но она будет стоять на открытом пирсе, как бы, и вы ее не берите, окей? Это потому что нужна вам твоя тачка. Ну, а я уже ее как бы сел, я ее уже все забрал. Забронил, да, типа? Блин, я тупо, короче, я хз, я даже не знал, что именно надо было. Слушай, Кадиллак такой розовый вообще, охренеть. Да, говорю, розовый Кадиллак, короче, нормально, нет? Что за балет вообще? Димон, что за балет? Я на самом деле пока ехал, короче, ребята, ставить Волгу, увидел еще одну тачку. И мне показалось, что она охереть какая лютая и, видимо, дорогая. Да ну. Да блин, я думал, эта тачка это тележка из Ашана. Блин, бывает, все тележки из Ашана. Что у нас по времени вообще? Прошло уже 7 минут, как бы, вот, ребят, если что. Ну такое себе. А чей это Dodge? Я понял. Блин, есть тут тачка какая-нибудь? Пожалуйста. Мне бы мою забрать. Я не знаю, что это, ребята, но это, видимо... Судьба. Феррари. Ты нашел Феррари? Я нашел серебристую Феррари. Так где вообще есть? Ненавижу, блин, эти местные сельские. Вот это хорошо. Я вообще хорошо заметил, на самом деле. Блин, пусто. Огурчики, помидорчики, мать их. Блин, меня бомбит. Это плохо, это там, плохо. Сколько время? Там 12 минут у нас, да? Да, 12 в сумме. Господи, койота сбил, не хотел, тупая сбил. Тупая панта, легкая, просто ничего хз, не может, ребята, переехать. И, не знаю, ау? А что получается, если я эту тачку не пригоню, то что, как это вообще считать? В смысле, если ты не пригонишь эту тачку, то ты не успел, все. Мне вообще понравилось. Машина не засчитывается. Куда спрятали? Не, ну он ее нашел, в принципе. Думаю, если что, доехать, успеет забрать ее. Ну главное, да, главное доехать, успеть.
Ой, а у меня Волжана троит издалека. У меня просто горит, ребята, просто... Так у меня ни одной тачки не вижу, блин, у меня-то горит, Димон. У меня горит, капец. Я вообще хочу сейчас монитор выкинуть в окно просто. Не-не, не надо. Блин, а что, неужели здесь ничего нет? Хуже, чем КС, когда меня убивают, блин. Хуже, только мат я сейчас. Ну в КС можно петухом стать, поэтому аккуратнее. Еще пункт этой дебильной машины, вообще жесть. Нема здесь, здесь нема, блин, обидно. Я тоже еду искать что-нибудь интересное. Может, дом призраков будет здесь вот? Не, большой не такой курятник. Дом призраков? В принципе, я, кстати, да, ездил так дом. По местам. Не видел ничего такого. Я, короче, по местам. Мне кажется, заберусь в тачку. Места не столь отдаленные. Не столь отдаленные, я тебя понял. Мистер Бин, да, отдаленный. Ну, капец, мне сейчас, ребята, немного очко подбирает, потому что я понимаю, что я могу тупо не успеть, и уже тачка была мною найдена, но я никуда привез. А можно я в аренду Мерседес возьму, типа как это? Заплатишь миллион, да, готов? Не, ну почему, там какой-нибудь старый ML 10 тысяч. Ты можешь, короче, налом. Налом. Ай-яй-яй, Юра. Я не знаю, о чем. Да-да-да-да-да, там кредитка. Ребят, сколько времени? Прошло 9,5, если что. А, всего сколько, 12? 12, да, в сумме всего. Пацаны, блин, может, кто-нибудь в магазин засунул машину? А можно я трактор угоню? Да, тебе можно, бери. Он, короче, стоит лямов 15 меню. Ребят, это не смешно вообще. Давай, вот. Че, Фаня сегодня у нас ничего не нашел, что ли? Да, это пранк. Так, в принципе, моя приехала к ней, но я сегодня прочекаю эти места. Походу, в кустах где-то было. Блин. Я, короче, одно решил дерьмецо. Далеко не ехать. Кстати, я вот пока катался, я столько мест нашел, куда мы еще ни разу машины не ставили. Не, короче, ребят, я минус. У тебя ничего могу нет? Могу хаммера убрать, забрать в боту. И поставить на него. Ну как вариант, жух как-то угнал тачку у бота. Да, 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 нормально. Я впервые такое никогда не было, чтобы нашел. Червонец самый худший вариант у меня был. Ребят, самое интересное, что нашли мою единственную тачку, и она самая изичная была. Лайбочка, да? А кто Рено спрятал? А на этом? Рено? Да-да-да, Рено такое. Гастер? Маленькое, мое. Как ты его нашел вообще? Алиса вообще затроллила с этой тачки. Я тупо ехал по берегу и в итоге там нашел. Там же или что? Куда ставим? Смотри по карте, короче, там сверху. Я уже видел, где вот тут тачки поставили. Подожди, а что тут пустая? Нормально? Что? Это кто-то так пригнал? В кустах. Ауди старая. Это моя, я подумал. Блин, а я уже думал, типа спрятать. Ребят, тем временем у нас осталось, значит, сколько? Полторы минуты, даже осталось минута 15 секунд, поэтому... Блин, я тупо чили туда на место. Пацаны, а кто-нибудь тут прятал возле нашей турбазы? Турбазы? Где? Где это место раз находится? Блин, ребята, если я сейчас тупо не успею на Мерседесе своем. А, ну считай, что все, ты не успел, ты проиграл. Все, я так не играю, короче. Ну такой себе, ребята, я тоже, да. Я всего одну нашел машину, это, конечно. Одну? Да. Для меня это было, на самом деле, это большое удивление, что я смог найти всего одну машину, обычно я нахожу куда больше. Надо было больше каждому, по 5 машин спать, когда бы нашел. Ну да, но мне время, кажется, время, что... Время, говори. Когда гоняют в рамки, 35 секунд. Фанни, ты должен уже быть на месте. Да. Я все равно машин нет. Я приехал, пацаны, я успел. Не, мои тачки стоят, мне как бы вообще не жалко, они, главное, там есть и пофиг. Ладно, я, короче, приехал, да, дела такие себе, скажу по-честному. Неплохо. Кстати, мне две тачки очень быстро валят. Блин, розовый Кадиллак. Это интересно. Так, осталось 10 секунд. Я тоже здесь. Тогда, ребята, мы время останавливаем. И, ребята, давайте, короче, садитесь, давайте-ка тогда ко мне в пикап. Я покажу вам свои машины. Давай, мне прямо интересно, не терпится увидеть. Все, все сели ко мне, поэтому, Юр, давай ко мне. Давай, залезай, давай. Так, короче, смотрите, ребят. Он не залез, он что делал? Он дурак. Короче, ребят, первое место у нас, знаете, где стоит? Где стоит первая машинка? Ребят, в общем, чекайте. А, ну я ее видел, да, я ее видел. Ничего себе. Ты ее видел, да? Да, я ее специально хотел взять, потому что она плохо была. Кстати, она стоит не так уж дорого. А знаете, где стоит вторая машина, стоимость которой равняется 1,5 миллиона? Знаете, где она стоит? Серьезно, что ли? Вот. Так, и чего? Офигеть, 1,5 миллиона, пацаны. Я тут проезжал неоднократно. Это Астон Мартин из Бонда. Да, я здесь понятно, не ездил, на самом деле. Так, давай я покажу свои тачки, давай. Не здесь рядом, на самом деле. Давай. Тоже неподалеку. Садись. Так, я ухожу. О, я всего сзади, нормально. Я тоже сейчас.
А, нет. Нет. Я тебя понял. Я тебя понял. Блин, а как ее оттуда вытащить, Али? А как? Через F2. Главное, его засунуть было. Блин, ну короче, блин, прикол в том, что обычно никто не ставит в этом городе, и сегодня решили поставить все, да, в этом городке. А, вот, видите, Mercedes А45. Да вы издеваетесь, все в одном месте ставить. Она классно вытаскивает, сама выезжает причем. Ты все в одном месте, а? Да, показывай, Дима. Я здесь ездил, алло, дядь. Вот. В смысле? Где? Да ты издеваешься? В смысле? Ой, видно ее? Ее в смысле? Видно, я здесь проезжал, где? Я его выпал. Я здесь проезжал, какого? В смысле? Ее не видно. Ее не видно. Ее не видно. Я прямо здесь по этой дороге, ее не видно вообще. Вы просто плохо смотрели. Ее просто не видно. Да ее видно, хоть отсюда видно, хоть оттуда, хоть откуда. Ее видно. Я прям в упор проезжаю. Она просто темная. Да, она еще не выезжает, так что. А-та-та-та-та-та. Ладно, где еще? Все, да? Заведи для начала, чтобы она выехала. Да вроде даже все. Не завел ее, да? Это все. Тогда, ребят, давайте почитаем цены этих машин, да, и потом уже вернемся. Ну что ж, ребята, вот и настало время почитать цену тачек. И, собственно, у меня Волга. ГАЗ, который стоит всего лишь 10 тысяч долларов, того 660 тысяч. Ну, кстати, за такую тачку довольно-таки дорого. Ну, это кабриолет, потом и запросим. Гангстер, да? Ну, и, в принципе, Феррари, которая, я думал, стоит дорого, но она стоит всего лишь 8,5 лямов, ребята. Как-то вот так вот. Да. Давайте теперь... Ну, неплохо. Хотя давайте быстренько я, ребята. У меня как бы только Кадиллак. Он стоит 106 тысяч долларов. Это получается у нас почти 7 лямов рублей. Вот и все. Нормально. В принципе. Зато это все, да. У меня пусто. У Фани большое доброе сердце. Короче, в принципе, Audi стоит 12 тысяч долларов. Это 792 тысячи рубля. И Mercedes, сколько ты там говорил, Дони? 350 тысяч, да. Да, итого, это, ребята, 10 миллионов 500 тысяч. А, не, 159 тысяч долларов, да-да, 10 лямов. Да, это просто охренеть, ребята. Итого у меня 11 миллионов 292 тысячи. Нормально. Ну, в принципе, все были почти одинаково, то есть там плюс-минус пару лямов. Да. Вот, ребят, выбирайте, да, самые быстрые машины, да, и полетели на драг-рейсинг. Ну что, ребята, вот и испытание у нас здесь сейчас драг-рейсинг, да. Мы готовы, там дверь, короче, дверь Юрчика нормально. Третья дверь от Феррари. Читерство, да. Короче, ребят. Палить. Ой, я фейстарт. Чего? Димон, у меня X2, пацаны. Так подожди, интересно, кто? Audi? Идите нафиг, а просто. Они вообще нормально. Не, Audi все-таки клюкает. Ясно, ребят. Ну просто, я просто... Фига, у меня жопа длинная. Странная. Непропорциональная какая-то машина у меня вообще. Кстати, она стоит вообще минимум-то, а? Да, копейки просто. Ну, короче, пацаны, все равно я победил. Ясно. Дважды, причем. Окей, ребят, такая сегодня получилась серия, довольно-таки забавная, и что странно, сегодня решили все как бы поймать друг друга на первом городке, и все поставили машины в первом городке, все почти в одном месте. Я еще проехал по городу, но ничего не заметил. Вообще очень странно. Ребят, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, и всем удачи, и всем пока-пока.